Why did the golden age of humanity not arrive? Короткий ответ на этот вопрос умещается в одно слово из 10 букв. Капитализм. Большой привет гостям и подписчикам нашего канала. В этом видео мы расскажем вам о том, чем в данный момент занимается студия «Думай сам, думай сейчас». Главная новость. Продолжается работа над нашим большим фильмом о капитализме. Прямо сейчас вы видите трехмерную локацию, разработанную специально для фильма и одного из его персонажей. Первая 60-минутная серия фильма уже озвучена на русский и английский языки. Но, может быть, люди хотя бы добились того, что на Земле воцарился мир? Увы. Who suffered the most from Germany's defeat in the First World War? The German worker. Who suffered the most during the Great Depression? The American worker. Capital issues no profit, or very small profit, just as nature was formerly said to abhor a vacuum. При 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы. Сейчас для фильма пишется оригинальный саундтрек. Нас спрашивают, когда премьера? Сначала мы думали, что управимся к концу этого года, но в итоге было принято решение дождаться костюма для захвата движения, чтобы повысить качество анимации. Костюм у нас будет к концу января следующего года. Часть нашей аудитории высказалась за то, чтобы не дожидаться костюма, мол, делайте быстрее, время не ждет. Мы понимаем это желание и сами долго придерживались такого же мнения, и все же решили подождать. Нам нужно улучшить визуальное качество роликов, тем более, что с этим фильмом студия попробует выйти на международную аудиторию. Если все пойдет нормально и костюм придет вовремя, фильм должен быть готов примерно в апреле 2022 года. Трудимся над ним мы уже давно, но еще 4 месяца работы нам потребуется в любом случае. Уже закончена работа над дизайном фильма. Готовы различные элементы, переходы, окна, иконки, изометрия и спецэффекты. Объективно, это самый лучший и дорогой дизайн, который мы когда-либо разрабатывали для видеороликов в студии. У нас готовы главные локации, персонажи, часть лицевой анимации, собраны гигабайты иллюстраций, фото и видеоматериалов, но сделать предстоит еще немало. Хотим поблагодарить всех, кто поддерживает наш труд денежными пожертвованиями, начиная с 1 мая этого года. Имя каждого из вас, включая тех, кто помогает нам через площадки Skies и Patreon, будет обязательно указано в титрах нового фильма. А еще мы начали чаще выпускать видео. Пробуем разные форматы. Последние месяцы у нас вышло несколько роликов со стихами. Рубрика «Классовая лирика», видеофельетон «Россия против НАТО» и короткий фильм в привычном для студии стиле «Народное единство». Планируем работать в этих форматах и дальше. Скоро на канале выйдет музыкальный видеоклип на песню наших товарищей. Поначалу мы думали выпускать видео раз в неделю, но пока это невозможно с учетом того, что мы заняты работой над большим фильмом. Чтобы вы понимали, создание фильма «Народное единство» — это 14 дней работы всего коллектива студии. Но хотя бы 1-2 ролика в месяц мы будем делать, иначе канал просто умрет. Кстати, у нескольких последних наших работ просмотров могло быть гораздо больше. Лишь небольшая часть нашей аудитории, процентов 15, подписана на получение уведомлений о выходе новых роликов на канале студии, и мы им очень благодарны. Для распространения видео особенно важны первые часы после его выхода, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем нашим подписчикам нажать колокольчик, тогда вы точно не пропустите очередную премьеру. Если видео вам нравится, и вы им тут же делитесь на своих страницах в соцсетях, это уже большое для нас подспорье. В комментариях вы можете рекомендовать темы для наших новых видеороликов. Самые интересные предложения обязательно возьмем в работу, а вас лично поблагодарим за соавторство. И короткое объявление. Мы предлагаем сдельную работу профессиональным аниматорам, умеющим работать в Adobe After Effects и в Blender. Если вы знаете таких людей и им может быть интересно наше творчество, то, пожалуйста, попросите их написать нам. Спасибо за внимание и поддержку, дорогие товарищи, и до скорой встречи!